протяжении 8 часов ты кушаешь, что хочешь и когда хочешь. Самый лучший вариант, который работает. То есть это вот это интервальное голодание, mm-hmm. скажем так. Ну, например, в 6 вечера, да, я для себя просто такой вывод сделала. Готовка к выходу на сцену, у меня практически каждый день я заряжена, я занята. И 16 часов не кушать. Сколько минус? Пока 2-2. 22. 22 за 3 месяца? Да. Ну, реально. Да.